секретное кафе в центре Петербурга, о котором никто не знает. Находится на Ковинском, 14, ориентир Елизавета II. Заодно вы увидите классический петербургский дворик. Место, где можно спрятаться от суеты большого города. На небольшой территории во внутреннем дворике располагается и кинотеатр, и крафтовая пиццерия, и бар, магазин виниловых пластинок, хостел и даже книжный магазин. Все, что мы любим в Петербурге, находится в этом месте, про которое мало кто знает.